Василий Петрович. И тебе. Блок, have fun. Не особо, конечно, цвета. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Лес, нахуй на пас. Играем. Ладно, похуй, играем. Тут может что-то получиться. Попытка Да не за меня, за хрена ты дал. Может, распасуйте, если не против. А что там у пацака забудется? Зеленые? Не, дорогие. Мяч летит точно в стенку. Голубенькие. Это угловой удар. Так, ну что, разыграем? Да. А чё вы не становитесь под подарок по арке, как тебе бит показывал? Ладно, играем до конца. Назад. Хорошая игра в отборе, но мяч пока не чей. Отлично. Красавчик. Я расслабляюсь. Только да, давайте. Хорошо начали. Играем, да. Забросим его, скорее всего, на фланг. На нижний. Крученным ударом игрок посылает мяч точно в сетку. Маэстро, вот так закрутить, это надо уметь. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Сравнивать нужно! Мимо цели. Подбор, такие где? Моменты нужно убежал, забивать. Почти. Это была замечательная возможность сравнять счет. Да, ну, с ним там, конечно, игрочишка. Там 3 ЦЗ, так что фланг. Блядь, я мог на шторма дать, сука. Нормально. Разбей. Эриксон. Может получиться интересная атака. Есть. Блядь. Я выносил, но у меня игрок подкатывали. Легко вот там столкнулся. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Они так и будут из обороны выходить длинными передачами. Да. Нет, не дошел этот пас до адреса. Эх, ребят, смотрите фланги. Тихо, не суйте друг друга. Ну. Эриксон. Пирло. Ой, сунул. Только об этом сказал. Давай. Не дайте. Да не беги, спусти. Второй держись. Это может быть опасно. Баня. 11-метровый. Ладно, бывает, давайте. Рыстик потащить. Нет, это не рандомщики, никакие. Баня. В футболе подобные вещи карают штрафными ударами. Но здесь безусловное нарушение и нечего спорить с арбитром. Он принял абсолютно правильное решение. Вообще пробить пенальти и забить как разные сначала. Вещи, но сейчас они совпали. Футболист сделал то, что от него требовалось. Я подбежал, забил. Мой балл. Хороший гол. Просто замечательный удар. После ответного мяча у нас 1-1. То есть как это бесит, когда тянет на мяч, блядь, и не убежать нихера, блин. Пирло. Прекрасный пас. Где же удар? Хороший. Домой, блядь. Как я тебя учил, молодец. После розыгрыша последовал великолепный пас и, как следствие, конечно, гол. Закономерный гол, без всякого сомнения. В этом матче они выше на голову и рано еще или поздно давайте. Должны были воплотить превосходство в гол. Знаешь, если провести параллели с боксом, то я бы сказал, что они прижали соперника к канату и обрабатывают его по полной программе. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Здесь похоро валяться. Блин, могу тебя по фангу дать на зубах. Давай. Ох, сразу закрывайте. Он да может. Я же скоро ускорю. Далее, блядь. Ну,
Послушайте, надо больше тренироваться. Близнего, пройдите сразу. Артик, к ним иди, на фланг иди. Вот этого держи. Я туда во фланг-то. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Найс. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперником. Уже пробивал, видел, к сожалению, но все равно не пробил. Хорошо. Хорошее оборонительное действие. Надо было на грин. Первым успеет к этому мячу. Ну если что, не будете сбить, а отскок же. Я бил. Я не хотел бить. Вторым. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Пижонский пас, но точный. Я иду наверх. Рот. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Ну это же преимущество. Все, ничего в этой атаке не получилось. Нормально. Так, Крина, Леонид, да, попробуем. Там отворот. Плотно удар в правый нижний угол и мяч. Да, нормально, продолжаем. Все просто. Как на бред, там никто. Давай, давай, ребят, не расслабляемся. Давай сыграть с ним. Иди с хуй. Эриксон. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Вот это опоздало потом. Ну, сорян. Я развернулся, дал пас. Смотрите, сейчас розыгрыш можно ли пробить. Дылду вот эту зелеными держите, кто-нибудь. Разыгрываю. А, все в стенке, что ли? Да будет под фашмаком, будет под фашмаком, перед стенкой будет забегать. Забегать будет меня перед стенкой. Такая. Котором, понял? Двое. Тот, кто перед стенкой, будет внутрь забегать. Его держи. Вот это! Там без да. Вот это да! Его закрыли, слышно? Момент-то чуть ли не первый у них за всю игру! Но я стоял ближе к воротам. Ну что же, надо будь ЦЗшником, скорее всего, меня забил, вытянуло. Потому что такое счастье защитнику выпадает не каждый день. Они качели, продолжают. Личный защитник враг команды. На самом деле это не так. Посмотрите, как здорово исполнил, а? Мы смотрим матч двух равных команд, счет 2-2. Пусть побегают. Тут может он что-то получиться. Давай. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Спокойно, уже не посылился. На него я... Постараюсь запустить. Эриксон. Ну-ка, удар! Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, вне игры, свободный удар. Может, по флангу у них 30-зышник на ход клянется. Что-то разыгрывать. Я не хочу. Подборд разбирать. Хороший контроль мяча. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Потерял он мяч, но кому он достанет? Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Уф. Неплохо действует игрок, мяч от... Ой, нормально. Угловой будет подавать команда, пока счет равный. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Надежно сыграно. Жаль, мяч у него остался. Офсайд, не? Нет, нет офсайда. Пол команды обыграл, ничего себе. Надо с флангом ничего не делать. Закрывайте второй темп. Решил пробить. Спасает врата. Хорош. Вот сейчас накроет. Посмотрим, кто из них сильнее физически. Бля, я долго. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Давай заброс, бля. Пока неплохо. Неплохой заброс вперед. Он правильно сделал. Защита надежно играет, мяч отобран. Развернутый такой. Пирло. Надо, думаю, ты под меня побежишь. Тут же разворачивается. Уже поменялись постоянно. Я возьму. Посмотрим за этой атакой. Кровь второго. Мяч у защитника, он всегда надежный.
Ладно, как будто не было ничего. Конечно, у нас хорошие атаки были. Блять, они только кроме заброса что умеют, блядь. Стандарты умеют разыгрывать. Не толку, блядь. Ну пусть умеют это. Давайте, блядь, игру сдаем. Давай. Ты лук в опоре, а Крокс на фланге, что-нибудь не было. Может, блядь, типа универсал, не, мне кажется, он вылетел просто. А, видишь, он уже на фланге. А что, на его опоре. Ни с кем мне легко. Давайте, ребят. Заброс сейчас будет на фланге. Не, у них все здесь. Перерыв закончен, фланге, команды на поле, арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм, поехали! Эх, как он выиграл, он, блядь, со мной ростом в матче в 500 раз больше. Хороший пас во фланг. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Он в центре мы одни. Может получиться интересная атака. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Хороший шанс есть у команды заставить. У меня игрок сломал, что на сайт не будет. Барзаль. Без потерь отыграемся. Пирло. Это может быть опасно. А все. Удар! И это гол! Я только хотел его поругать. Не расслабляйся. Ару, давай, еще ребят. Сейчас вперед прыгнем. Не слишком акцентированным, правда, пошел по такой замысловатой траектории. Ару, давай. Чтобы мяч оказался. Не впали. Центр, защита. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мяч. Перехват. Ару. Тут может что-то получиться. Выиграл позицию игрок! Это момент! Гол! И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Ну что ж, я думаю, вратарь давай, игры получит по полной программе. Хорошо разыграли. Будем откровенны, играет он сегодня просто чудовищно. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Наверное, башмак, когда прессинг рядом. Давай. Опорка кто-нибудь опорку. Тут я один против трех. То есть не опорка, а круг. Перед штрафной. Агридик. Мари может фейкануть и фарш кинуть. Ага. Там что-то аккуратнее. Вот это ввод мяча и зал. Грин один, но я уже не один. Блин. Эриксон. Отлично сыграно, надо решать. Навес хотят. Да. Хорошая да. Могла выйти атака, но защита тоже не дремлет. Наш. Стопай. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Пирло. А что было? Зачем? У них вот так, что выходить не смогут. Я его оттяну подальше. В меня не входить. Ты готов, Софьиш? Может быть, давай чуть дальше туда, понял? Где за спину, вот, типа, который... Хозяева выигрывают, а игроки, болельщики, гостей да. Все чаще обращают внимание арбитра на блядь, слабо. Ну, это абсолютно ожидаемо и логично. Хозяевам спешить некуда. Им нужно сохранить преимущество до конца матча. Буатен. Надо А вот сейчас он выиграл, блядь. А, нормально. Мяч покидает пределы поля, неудачно. Ко мне, ребят. Послушайте, надо больше тренироваться, так вводить мяч в игру нельзя. Только давайте садимся. Сыграл это точно, а вот стоило ли? В этой атаке оборону пройти не удалось. Блять.
Ой, не заметил игрока, бля. Сорян. Потому что там еще один игрок не заметил. Пустили. Есть игрок впереди, пройдет передача. Подача на дальнюю. Ну, ребят, я столкнулся там, блин. Я бежал впереди. Меня, блядь, опять двое. Потрясающий удар головой. И, короче, не написал, у меня нет сил. Ну что ж, комплект после этого убегают вперед очень быстро. Один мяч разделяет команды. Серьезно уступал. Я опять, блядь, двое. Один нажал, он сбивался, он столкнулся, блин, и на метр отстал. За какие-то секунды. Вот давайте, давайте. Поворот, это дополнительный сюжет нашему матчу. Грин. Обратный пас, вот очень быстро сыграл. Гомес. Это может быть опасно. Садимся. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитром. Надо забивать и сравнивать счет! Не опускать, потом прессинга нет. Не надо пробасить флангу, цапу на опорку опускаться. Гомес. Есть хороший адрес для передачи. Хороший. Я сверху. Альтова поездка. Примерно минут 15. Какая тема? Как он обращается с мячом? Вы только посмотрите. Находит эту передачу. Адресата опасно. Ладно, может быть. Блять, соль. Сколько? Ну, мне должно встать. Чуть бы везение нападающих. Нормально. Подожди, не разыгрывай. Не было. Последнее слово за защитниками. Они здорово организовали класс. Давай разыграем, и я заброшу. Я на грин заброшу. Оба игрик, отделение, не знаю, как полетит. Мы проверим, блядь. Нормально. Подбор сбрем. Не успею. Успеешь. Ребят. Хорош. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Хорош. Это может быть опасно. Блять, бьем, ебануть. Еще и ворот. А, это еще ворот. Чушь. Не его ударил, а этот ворот. Пошли последние 10 минут игры. Центр, центр. Хорош. Нет, не дошел. Это пас вынес. До адреса. Батарею вынес. Ахуй отсюда. Все решится в ближайшее время. Один спрашивает. Ух, какая нас ждет концовка. Там грин, наверное, да. Видит игрока хорош впереди и отдает второй пас там на ход. Хороший пас на ход. Почему так медленно? Встал. Встал. Ну, я вроде выжил. Не, нет, сюда пас. Пошел. Еле-еле. Близник, закройте близник. Отдаст. Это самое. Иди в центр, в сторону. Mm-hmm. Я на фланге сыграю. Сизенандо. И пас обратно. Скучновато. Центр, центр. Может получиться интересная атака. Я думаю. Он ближе смещаться, не знает плотность. Да! Да блин, Ваня. Нужно бить поворотом. Давайте. Я первый смещаю. Два раза с тобой столкнулись. Рушь, тихо. Давай, давай. Выбили до конца. Кому он достанется? Давайте, давайте. Дальний будет сейчас. Штрафной аккуратно. На подборе главное. Ребята, один. Борите на фланге, на фланге сзади. Я двое. Я на фланге. Хорош, хорош. Хорош. Просто подарил он мяч сопернику. Не бежим такой резкий вперед. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И это удар! Вот это да. Сэрси! Не спеши. Без смысла. Да, рано делать выводы, но команда проигрывает. И разбрасываться такими моментами все же не стоит. Оригинально сыграно, мяч остается у них. Навес будет. Не доходя до штрафной, навес. Скидывает мяч на партнера. Выгодно. Хорош. Хорошо убежал партнера впереди. И это должен быть гол! Ребята, что нервничаете? Какие вы, блядь? Двоих кипер наебал. Блядь. Арбитр считает, что... Я бы сейчас офигел. 6-3 должен был написать. Оборона сегодня играет очень важно и не первый раз уже. Нет, блядь, не будет. Давай. Бля, в дальний, да, вот вынеси просто нахуй. Не было контри. Вот такой хуйни не было. Бля, это был бы не инсет, если бы, бля, 4-4 сыграли. Ааа.
Не, ну, блядь, пацаны, 6-3 должно было быть. Если после этого выхода мы выпало сейчас 4-4 сыграли, то, блядь, можно было бы удалять его. Блядь. Ладно, парни, давайте до завтра. Это пенальти было бы, пиздец, значит, обидно. Ух ты, ни одного перехвата за игру. Первая игра в этом сезоне. Без перехвата, блядь. Все, красавчики, давайте. User disconnected from your channel. Слышишь, Грин? Когда тебя... Ты тут? Да. Когда катил тебя на посты, честно, ну блин, я видел, что сейчас надо обманывать кипера, но не хотелось задничать. Я видел, что там будет не очень удобно, он уже туда бежал. Ну, блин. Можно... Ну, я мог изи решить. Мы выиграли. Да ты просто был забивать, просто, на самом деле. Я тоже... Грин, а ты когда мне катнул, ты думал, что я уже пробью? Просто ты... Ну, я думаю, короче... Когда он на меня выбежал чуть-чуть, типа...